Мы продолжаем встречать наше утро вместе. Сейчас у нас в гостях Сергей Шарапов, действующий чемпион России по боксу среди профессионалов, и Андрей Халаджан, глава компании «Victory Team». Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Рады снова вас видеть. А это значит, что в ближайшее время в Черноземье состоится настоящее состязание бойцов. Андрей, несколько слов о грядущем мероприятии. Где, что, когда, кто выступает, почему надо обязательно прийти? Планируется 8 профессиональных поединков. 5 боев будет за титул и 3 рейтинговых. А также наш проект совместно с фондом имени Дениса Лебедева, который, так сказать, на сегодняшний день, можно сказать, что успешно реализован. В этом году хорошие результаты по юношам. Наши ребята впервые, 5 человек, выиграли ЦФО по любителям. Мы отобрались на чемпионат России. И вот в этом полном составе команды будут представлять Воронежскую область против команды ЦСКА Москва, против своих ровесников. Главный поединок — Сергей Шарапов, Т-34, против Евгения Шведенко, Сибирский экспресс, за 2 титула. Первый титул — чемпион России, которым Сергей на сегодняшний день владеет. Он будет защищать этот пояс. И второй титул — это пояс чемпиона СНГ. Вот как раз за 2 титула они будут боксировать 27 мая в Эвент-холле. Хорошо. Ну, Сергей, ну как готовитесь? Как настрой? Потому что все-таки Т-34 – это имя, которое обязывает, мне кажется, быть таким суровым бойцом. Скажу так, подготовка прошла полностью по плану. То есть она сейчас в самой последней стадии. То есть завершаем подготовку. Осталось совсем немножко. Сам жду поединка. Висит якорь такой на душе, то есть побыстрее хочется уже выстрелить из этой пушки и желательно попасть. Ох, отлично. Да. Шведенко Евгений — очень техничный парень, подготовленный, опытный спарринг-партнеры у него очень достойные, то есть как бы мировые звезды. Ковалев, Уорд, Штурм, то есть самые сильные бойцы. Мы до эфира говорили, что он, да, за океаном еще. Да, он подготовку. Еще и тренируется в Америке, живет, контракт у него с немцами в Германии, то есть сам он с Красноярском. Очень интересен мне этот оппонент, хочется побоксировать. У него есть сюрпризы, у меня есть сюрпризы. То есть бой будет очень интересный, всех приглашаю. Будем болеть. Спасибо. За наших. Андрей, еще несколько слов, какие еще бои будут помимо головного, потому что тут надо смотреть, мне кажется. Тут говорить уже бессмысленно, без вопросов. На кого еще стоит обратить внимание, по вашему мнению? Файткарт у нас насыщенный. Это, на мой взгляд, лучшее наше мероприятие, лучший файткарт. Остальные ребята довольно-таки известные нашей публике. Артур Осипов против армянина, который не имеет на сегодняшний день поражений. Это первый боец такого уровня, с кем вот ему на сегодняшний день приходится встречаться. Вот. А также Вазир Тамаян против Александра Иванова с Украины. Это тоже бой за титул СНГ. Вот. И Гарик Геворкян против Аманесяна. Эти ребята оба известны нашей публике, так как они все последние бои проводят у нас в Воронеже на площадке Эвент-холл. Прибавляют, они очень интересны. И после каждого мероприятия слышу только положительные отзывы. Сергей, еще раз вам желаем удачи, желаем успехов. Будем держать за вас кулачки. Спасибо. А мы напоминаем, что это утро мы встречали вместе с Сергеем Шараповым, действующим чемпионом России по боксу среди профессионалов, и Андреем Халаджаном, главой компании «Victory Team». Продолжаем встречать это утро вместе.